Ведро, не ведро, 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 не ведро. Просто посмотрим на обзор. Всем здорово! Всем привет! Это я, Конор, да. Вот он, первый, так сказать, после долгого отсутствия года на канале обзор по Гаррисмоду троллейбус ФСу. Всеми нами знакомый троллейбус, так сказать. ЛиАЗ 5280 УЗТМ. Да. Хотя, вы, наверное, вспомнили, да, то, что я в 2023 году там или еще когда-то говорил, типа, давай-ка мы, или, не знаю, вот, лишь бы вот эта модель бы вышла, потому что, типа, я говорил, потому что у меня на вот эта модель в Туле раньше очень часто ездил, там все это, все то, и не только в Туле, и в других городах России, там, не знаю, в других областях, блядь, там, не знаю, других там в других зажопинках, в других мухосранцах, блядь, там, не знаю, где угодно, вот это вот чудо рыбы-кита ездило по всей России. Вот он. ЛиАЗ, ебать. Смесь ЛиАЗа и троллейбуса, ебать. Просто взяли обычный ЛиАЗ 5256. Нахуй оттуда его выкинули двигатель. На солярке, так сказать. Ну, там, не знаю, КамАЗовский или ЯМЗ. Оттуда вон нахуй выкинули. Типа и все. Отдавайте-ка мы вместо этого двигателя поставим-ка аппаратуру. И поставим электродвигатель. Вуаля! Получился троллейбус, нахуй. Да? Вот он, троллейбус, ёпта. Гениально просто, как вот наши придумали вот эту вот систему, так сказать, вот это вот чудо-юдо. Ну, ладно. Так, что я хотел начать свой обзор. А именно с внешнего вида, ебать. Ну, ребят, кто-то ездил из вас на этих троллейбусах, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я так думаю, что многие, наверное, ездили на этих троллейбусах. Я-то полюбасу на этих троллейбусах ездил, потому что я их прекрасно помню, эти троллейбусы. Сейчас у меня их уже нету в городе, потому что их уже всех нахуй убрали их с города. Типа, нахер, нахер, нахер. Нужны они. Ну, ладно. Короче, с внешнего вида. Ну, выглядит довольно модель неплохо. В принципе, квадратные фары. Да. Типичный ЛиАЗ, блин. Просто вот типичный ЛиАЗик, которым здесь можно увидеть. Да. Что есть, то есть. Ой. Да. Те же самые двери. Все, 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 все. Это просто вот ЛиАЗ с электродвигателем. И все. Вот получился троллейбус. Ну, еще с электродвигателем. Ну, то есть с этой аппаратуры там, с штангами нахуй. Ну, и все такое. Ну, короче, что сделали, то сделали. Ну, ладно. Пофигу. Ну, чё? Ну, зато фары, зато круглые у нас. Вот, ЛиАЗ 5256. Гениально. Просто вот охуительно. Так, ладно. Запускаем троллейбус, так сказать. Сперва штанги справа налево. Ставим. Кстати, что у нас по днищу? Ну, в принципе, довольно так хорошо проработана она. Тут вот баллоны с воздухом. Все это, все то. Короче, все прям тут есть. Все как положено. Ну ладно. Так, что у нас по салону? Епта. Мой, блин, просто вот знакомящийся салончик, блин, на котором просто вот, не знаю, у меня какое-то играет чувство ностальгии, именно когда еще вот раньше, пока еще они еще ездили эти троллейбусы, так сказать, или автобус, ну, троллейбусы, автобусы, короче, без разницы. Вот когда они еще ездили, там все это, все то, блин, ну, было как-то в свое время как-то было прикольно на таком ездить. В принципе. Но
вот эти вот четыре царских места, блин, ну, потому что они находились высоко, и отсюда можно было, ну, отсюда было довольно хорошо видно. Но, ну, так, в принципе, нормально, так пойдет. Можно, чё бы и нет на нем поездить. Но, благо эти троллейбусы гнили, как эти, блин, ну, лязы, бля, ёпта. Ну, конечно, немножко модель сделали, ну, не, сделали довольно хорошо, но... Сука, ну как-то сделали немножко его квадратным все. Ну, то есть как-то угловатенько все это сделали. Ну, ладно, пойдет. Да, у нас эти лючки рабочие. Правда, только с одной стороны, хотя они, по идее, могут открываться сразу. То есть вот так вот вверх поднял, и все, они сразу так открылись, они так вот, как они тут сделаны. Ну, или просто технология EFS не позволяет это сделать, чтобы люки открывались по-нормальному, а не так. Ну, ладно, пойдет. Ну, да, тут логично, тут люка нету, хотя они тут всегда тут были, на этих автобусах, на ЛиАЗ-52-56. Но их убрали из-за того, что тут стоит вот целый агрегат, так сказать. Ну, кстати, зато штанги сделаны довольно неплохо. Ну, пойдет. Стандартные изогнутые, сука, штанги. Да. А, ну да, кстати, я что-то кое-что забыл, блин, но это... Сделать, чтобы управление было более комфортно и все такое. Но, естественно, забыл присунуть... Ой, блядь, тьфу ты, поставить этот... руль свой, нахуй. Сорян, что немножко звук микрофона... Немножко... Испортил вам слух или еще что-то. Но, ладно. Сейчас, опа, вот так вот поставлю, чтобы было охуительно. И управлять троллейбусом, все такое, все то. Так, ну, вы все прекрасно знаете то, что я находился это время в армии. То, что роликов не было так долго. Ну, я уже сказал причину, почему их долго не было и все. Вот. Ну и что могу, в принципе, вам еще сказать? Ну, в армии я был водителем, хотя, наверное, многие те, кто, ну, наверное, смотрит мой канал или не смотрит, и слава богу, блин, если кто-то не будет смотреть, те, кто со мной служили, наверное, будут говорить, ой, блин, какой-то, ну, непутевый водитель, там, все это, все то, будут так вот говорить, там. Скажу так, мне абсолютно похуй, кто как обо мне говорит, типа, как я считаю, нужен чисто для себя, то есть как я водил все такое. Для меня главное, что я водил автомобилем более-менее, то есть, ну, конечно, опыта мне не очень-то много было, то есть, по вождению грузовым автомобилем, ну, блядь, ебать, блин, ну, а кто сразу-то может именно прям научиться, ебать, управлять целым грузовиком, с первого раза тем более. Все с опытом приходит. Поэтому, да. Не стоит, так сказать, на меня так резко вешать клеймо там и все такое. Так. Давай-ка сейчас сначала тогда сделаем так. Бля, нахуй мне этот нужен, этот. Вот. Сразу таблички. И поедем сегодня по маршруту. По маршруту, сейчас скажу. По номеру 7 поедем. Ну, да, сделаем один рейс, короче, и все. Я так думаю, на это хватит. Ну, то есть отсюда с парка поедем до конечной. Ну, или можно, в принципе, продолжить рейс дальше. Короче, Централит школа 200... Ой, Центральная школа 26. А, это тем более город Сумы. Да, кстати, находимся в городе Сумы. Ну, ладно. Так, все, вот все, поставили 7-й маршрут. На карте, благо, никого нету. Потому что, ну, как-то много лишних людей, это как-то, не знаю. Не, ну, с одной стороны, это, конечно, хорошо, когда игроки тут играют, там все это, все то. Но... Лучше обзор проводить именно в то время, когда никого нету. Так, сразу включаем главный автомат. Рубильник, то есть.
гидроусилитель, аккумуляторы, преобразователь, компрессор, зуммер. Вентилятор печки нам нахуй не нужен, по сути. Вентилятор кабины. А, кстати, он работает. Полезная штука, кстати, особенно когда такая жара сейчас. Очень полезная штука. Так, пожалуй, его вырубим. Освещение кабины, освещение подножек, габариты, освещение салона группа 2, освещение салона группа 1. Даже у нас дворники работают. Охуительно просто. Это просто охуительно. Так. Так. Противотуманники. Ну, хотя, можно свет в кабине вырубить. Потому что он, по сути говоря, не нужен. Кстати, что хотел поговорить именно насчет освещения кабины. Ну, кстати, освещение кабины работает довольно неплохо. Очень даже хорошо. Все видно. Даже видно, как тут плафон работает, все то, и все это, бла-бла. Да. Ну, конечно, с просветом тут немножко такие вот траблы, то, что не очень хорошо просвечиваются двери. Ну, ладно. Что есть, то есть. Так, давайте-ка сейчас сразу включим фары. Вот. Ну, разве не круто, как все работает? Прикольно. Так, ну, даже работают вот эти вот габаритные огни по кузову. Ну, это по-любому все это работает, эти поворотники, хуёки, блин, ну, короче, ну, поняли, да? Так. Так, стоит начнём тормоз. Угу. Даже работают у нас двери. Ой, господи, вот этот знакомый звук дверей. Обожаю, нахуй. Просто обожаю. Все. Ну чё? А, точно. Точно. Я забыл поставить... реверсивную рукоятку. Все. Ставим реверс вперед. Тормоза работают, все работает. Так, и что у нас? Так, что там пока ехать у нас не хочет? Так, вроде стояночный тормоз я убрал. Так, что у нас тут еще не хватает? Так, обогрев зеркал. Умыватель стеклоподъемников. Так, что тебе не хватает, а? А, ключ. Во, точно, я забыл еще про ключ. Вот он. Ну, кстати, довольно такой спокойный звук. Довольно-таки такой тихий. Сигнал одинаковый, как у всех троллейбусов, по сути, в этой игре. Ничем оно не отличается от других троллейбусов, все такое, блин, ну просто вот. Ну, что есть, то есть. Так, надеюсь, у нас штанги идут правильно. Потому что, блядь, было бы плохо, если бы штанги не шли бы так, как надо. Да, у нас все идет нормально. Все четко, как и должно быть. Ну, хочу отметить, что на пульте управления поворотники тоже работают. Это очень даже хорошо. Ну-ка, дай-ка я попробую тут пролететь. О,
вот так вот спокойненько. Возьмем радиуса. О, заебись, пролетели. Ну и все, вот наша основочка. Сейчас будем сажать людей. Ну, тормоза, кстати, довольно мягкие на этом троллейбусе. Даже очень даже это хорошо. А, точно. Так. Ну и поехали дальше. Так, что у нас там? А, стрелка сверху. Бля, у меня такое ощущение, что стрелки у нас неправильно идут. Бля, придется их переставлять, к сожалению. Сука. Как же мне про вот эту тему, мне не очень нравится, блядь, вот именно в плане троллейбусов, то, что, блядь, вот, сука, вот вечно геморрой, именно вот с этими стрелками и все, блядь, вот. Так, ладно, все, поехали дальше. Снимаем ручник. Все, и поехали дальше. Вот, все, у нас зеленый загорелся, все, поехали. Ой, ебаный в рот. Ну, кстати, довольно так интересно сделана приборка. Ну, по сути говоря, старая добрая приборка от лязов, от пазиков, от лазиков, от камазов, ото всего то, что тут есть. Короче, ничем тут не удивишься, и все. Так, давай, зеленый, загорайся, сука. И всего 4 человека сидит в машине. Ну, в троллейбусе, все, да похуй. Ну, я их сразу немножко выбрал. О, блядь. Да, лучше так не надо газовать, бля. Сразу давать на все моща, потому что это иначе выбьет пробки. Ну, то есть выбьет вот этот вот главный щиток. Ну, то есть главный рубильник вырубит и все, вот. Неправильно. Просто я неправильно выразился в этом. Так, вот так сейчас выровняем его. Эй, ау, чё, всё? Это всё? Так, благо машин нету. Так, давай-ка не будем прибавлять газу. Просто нам надо перешагнуть стрелку. Все, стрелку перешагнули. Теперь можно спокойно поворачивать. Немножко радиус выберем побольше. Все, и поехали дальше. Тут даже, блин, быстро не надо особо-то ехать и все. Так, все, перешагнули. Заебись. Так, давай вот так вот зарулим. По красоте. Блять, из-за этих лагов нахуй. Немножко неплохая, немножко нехорошая ситуация получилась.
Так, а только для грузовых автомобилей. Поворот на... А, не, это кроме только вот. Ладно, похуй. О, нормально. Да, сука, заебало, блядь. Мразь ебаная. Теперь тут можно немножко газануть. Так, сразу остановимся. Здорово. О, все. Люди высадили, и все, поехали дальше. Так. Сразу красивенько так вот заворачиваем. Так. Все, забираем отсюда человека и... Так что быть... Так, заставим его на ручник. Ой, бля, я точно забыл. Ой, ёбаный в рот. Пролагал немного. Бывает. Ну, немного за нём. Поебать. Тем более, я тут все рассчитал, что он не особо-то быстро ехал и все такое. Вообще похуй. Ну, всего лишь один был случай, то, что я не успел никому, ну, дорогу, блядь, тем более, у меня поставил знак уступить дорогу. Да, я, по идее, должен был уступить дорогу. Но... Ну, ладно, что получилось, то получилось. Давай-ка остановимся. Ой. Ой-ой-ой. Поехали. Бля, вот эти вот блики, вот это все, блин, ну, не знаю, вот как-то тут стекло, мне не очень нравится, как оно тут сделано. Хуёвенько оно как-то тут сделано, стекло, блядь, сука. Блядь, штанги слетели. Так. Ой, ёбаный рот. Забыл немного про эти двери. Шо, то, что они открываются немножко по-другому. Так, все, народ сел. Так, ну все.
Бля. Вот в чем минус этих троллейбусов, то что, блядь, при вот таком моментном, так сказать, то есть когда превышаешь или, допустим, превышаешь очень большое напряжение, то вот этот ёбаный, так сказать, рубильник, он начинает, так сказать, не очень хорошие вещи делать, и все. То есть начинает он охуевать, начинает он выбивать. Так. Теперь ждем. Не, стоп. А, у нас зеленый горит уже. Давай их сразу. Да ёпта. Да. К этим троллейбусам мне все еще привыкать и привыкать. Что-то я отвык от них, так сказать. Ну, без фейлов никак не нельзя. А, все зеленый горит. Поехали. Поехали дальше. Да как так, блядь, сука, эта ёбаная штанга, блядь, слетела, мразь ёбаная. Я теперь понимаю, почему в Москве эти троллейбусы их нахер отменили, потому что, блядь, из этих штанг как раз-таки, блин, вот не только из-за штанга, но еще из-за грёбаной паутины проводов. И все, и вот из-за этого их и отменили. Так, поехали дальше. Так вот. Да как вы... как же они меня заебали, нахуй, сука, вот. Мрази ебаные, блядь. Да, сейчас вот, наверное, попрёт именно в комментариях. Вот, сука, ты водить не умеешь, нахуй. Что вот... Вот ты, типа, это, то, блин, вообще похуй. Так. Давайте, садитесь. Все, все сели. Отлично, поехали дальше нахуй. Не, хотя довольно-таки жарко, блин. Давай-ка лучше врубим вентилятор, пускай работает. Уебать. Так, немножко замедлим ход, а то иначе сейчас как проскочим эту стрелку, неприятную, и все. А тут этих стрелок до хера. Замедлим немножко ход и немножко так подрулим. Вот так вот сделаем заворот. Красивенький. И все. Бля, все мешает. Ну вот, никому помех не создал. Нахожусь я в кармашке и все такое. Заебись.
Не, ну, по сути, сам по себе троллейбус неплохой. Так, сразу поехали. Во. И все, и сразу сюда встаем на свою полосу. Так, сразу тут остановимся. Так. Ну и затормозим-ка мягенько. Нормально. О, все, стрелку проскочили, это хорошо. Ой, сука, ёбаное скопление машин. Ну же, давайте, ёбаный, сука. Ну. Ау. Ты уснул? Да ёбаный пиздец, а. Ладно. Хотя, в принципе, и так я уже сейчас планирую, так сказать, завершить обзор. Давайте-ка вот на этой ноте краски завершим. Ну, потому что немножко я подустал, блин, и к тому же я снимаю, блин, уже в позднее время и все такое. Так что давайте, ребят, на этом все. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал. Ждите следующий новый обзор именно... По троллейбусам, по автобусам, по грузовикам, бла-бла-бла. Также ожидайте те моменты, то, ну, в плане, ожидайте, может, даже в будущем появятся влоги, связанные с тем, когда, как я буду работать водителем на грузовике, поэтому ждите. Все будет. Поэтому, ребят, всем спасибо. Всем давайте, всем пока-пока и удачки вам.